Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке видеорик для смартфона, то есть двухручный хват. Ну и также этот видеорик при помощи соответствующих крепежей можно использовать для, например, ручного стабилизатора, точно так же для смартфона Hohem Buff, который есть на моем канале, то есть можете посмотреть. Ну и как вариант использования. Так, ну и давайте посмотрим, что находится внутри замечательной коробки. Так, ну, во-первых, находится инструкция на английском языке. То есть вот такой рик, сюда устанавливается смартфон. Может, кстати, крепиться в виде горячих башмаков свет и, например, микрофон, ну или другие какое-то видеооборудование, которое вам понадобится для видеозаписи. Так, размеры его 208 мм на 135 на 58, ну и вес 320 грамм всего этого изделия. Так, ну и вот эта часть закрепления может происходить 45 до 93 миллиметров, то есть смартфон шириной, ну или другое оборудование какое-нибудь. Так, вот он сам рик. Внутри пакета находится, то есть выполнен из алюминия. То есть есть резьба для установки в различные оборудования, закрепления, ну либо там на штатив, еще куда-нибудь. Резьба 1/4 дюйма. Так, прорезиненные ручки. Так, дальше сверху есть отверстие типа горячий башмак для установки дополнительного оборудования, которое вам понадобится для съемки. Так, и есть закрепляющие здесь прорезиненные поверхности, чтобы не повредить ваш смартфон. Ну и на любую ширину вашего смартфона можно установить. Так, ну и еще, как и говорил, ввиду того, что здесь много резьбы, можно сюда вкрутить соответствующий переходник, ну или винт для закрепления. То есть часть их уже разобрана на моем канале, то есть как варианты. Ну и сюда же установить, например, трехосевой стабилизатор, ну как вариант. Ну, то есть устанавливать можно небольшие стабилизаторы, то есть для смартфонов, для экшен камер. То есть если это у вас большие камеры, то есть и соответственно большие стабилизаторы, то сюда уже не установить. Вот. Ну и используя этот ручной хват, можно регулировать и снимать относительно стабильное видео. Ну а если у вас стоит стабилизатор, то еще плавнее осуществляется съемка данным стабилизатором. Так, ну давай посмотрим, как у нас размещается. Смартфон. То есть вот мы его закрепили. Сейчас возьмем какой-нибудь объект. То есть и можем снимать данный объект
благодаря охвату. Относительно стабильное видео. Ну и либо просто в статическом варианте. В смысле, на штатив установить оборудование и осуществлять съемку того или иного объекта. То есть, ну, самое разнообразное применение. Благодаря тому, что здесь вот есть отверстие, то есть здесь еще помимо установки башмак можно установить и непосредственно в эти отверстия 1/4 дюйма ваше оборудование. Ну и благодаря вот этому хвату, то есть мы можем осуществлять видеосъемку, ну, относительно без дрожания рук и еще чего-то. Так, ну а если то у вас, еще раз повторяю, стабилизатор, то здесь вообще плавно и плавнее будет видео. То есть, ну как бы риг 2 в одном. Кстати, как вариант, можно здесь разместить, например, пауэрбанк, когда у вас идет съемка при помощи стабилизатора. Ну и смартфон расположен на стабилизаторе. То есть вот такой вот удобный видеорик, который можно применять для осуществления фото-видеосъемки. Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно, до следующих видео, всем удачных покупок и до свидания.